Зеленый хоккей. Авангард Москва против Славы. Посмотрим, как он играет. Что-то вот так долго есть. Первых тогда, наверное. Капец. Так что, посмотрим, как Авангард, конечно, все сыграл. Но, целую с тем победы. Тоже кайф, третья игра. Ну, получается, вся домашняя серия, и мы ее проводим, и но... Ну, хоть сегодня выиграем. Просто Усаби уйдет. Да и Каридан. Густавсона не в составе. Густавсона убрали. Густавсон уже не в Авангарде. Подождем. Новости, которые на Авангарде. Дайте кино поснимать. Кто снимает? Зачем? Я у него подписчик в контакте. Дайте кино покажу. Континентальная хоккейная лига. 10-й сезон. Встречаются команды. Авангард, Омская область, Слован, Братислава. Thank you.
Большой хоккейный вечер в Омске.
мы сегодня выиграли. Что там, 5-1. Единственное домашнее игру выиграли из всей серии. Да ничего. Сейчас мы едем в Борису, а потом я. А потом мы едем к... Нет, к Борису, а потом к Сибири. Получается, отыграем на выходе, я выполню на выходе. А дальше большие выстрелы. Что такие у нас дела обстоят? 16-18 молодежку. Вот я стрелю против кузнецких медведей. Буду болеть за кузнецких медведей, так как я на протяжении полсезона прошлого болел, поддерживал. Теперь стоит ли поддержать кузнецкие медведи, так как они приедут всего лишь на две игры, а потом едут и также по телевизору или по интернету болеть за них. Мы посмотрим, сколько будет болельщиков на МХЛ кузнецких медведей. Делаем все такие отрывы, с вами прощаюсь, всем удачи, всем любви и терпения. Все, пока. Подписывайся, ставь лайк и жди новые видеоролики. И не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк. Пока. Также не забудь посмотреть мои прошлые видеоролики, подписаться на мой канал и ждать новых видеороликов. Ну и не забудь посмотреть, где я есть в соцсетях.